Так, хорошие мои, распаковочка небольшая. Сходил у меня муж сегодня в магазинчик Siberian Wellness, принес кое-что-то нужное нам. Вот это щеточки, зубные щеточки мы свои оставили на отдыхе. И вот пока они к нам едут, ну то есть нам их выслали, они едут, да, устали мы чистить магазинами щетками, пошли, купили себе вот по такой вот красоте. Это угольное, это серебро. Где вот двойная щетина, очень хорошо прочищает. Вот такая вот красота, классные штуки. Дальше дезодорант у меня лично кончился. Вот, муж взял у меня дезик. Потрясающая вещь. Девочки, кто в возрасте, обратите внимание на него. То есть остальные все вот какие-то магазины, не буду называть марки, они просто отдыхают. Во-первых, не чувствуете. То есть он не закупоривает тяжести вот такой, ну, неприятных, да, ощущений нет абсолютно. Без запаха нейтральный, мужчинам, женщинам подходит. Абсолютно безопасный. Классная вещь, заживляет что-то раздражение, где-то он очень хорошо заживляет. Вот прям вот рекомендую, мне очень нравится. Вся моя семья пользуется вот этим дезодорантом, просто в трех экземплярах, так скажем. Магний я себе взяла, это у меня антистресс, то есть когда человек находится в стрессовом состоянии постоянно, затяжной стресс, кортизол не падает. Это тот гормон, который очень сильно влияет на похудение. То есть если кортизол повышен, вы очень тяжело будете худеть. Самая такая симптоматика, это когда вы просыпаетесь, часика так 2-3, ни с того ни с чего ночью, уснуть не можете, да, не пить, не в туалет, просто взяли, проснулись. И живот, растет сильно живот, то есть идет ожирение именно внутренних органов, то есть брюшная вот эта полость, да, прям сильное ожирение идет. И без снятия вот этого продолжительного стресса тяжело бороться с весом. Я прямо сейчас девчонкам всем своим рекомендую магний, D3, витамины группы В. Вот, чтобы имели в виду это все. D3 обязательно, у полных людей его 100% не хватает. Он задерживается в жирах наших. И вот эту я взяла вкусняшку вчера. Я вчера получала заказ, девчонкам сегодня отправляла. Витамама, это шарики с кальцием. Они вкуса малины. Но это что-то с чем-то. Девчат, ой, сейчас достану. Это что-то с чем-то. Вот если не отобрать, извините меня, конечно, за прямоту. Они прям улетают, они действительно вкусненькие. Мы раньше пили, у меня маленькая моя спортсменка, танцовщица, вот, мы пили кальций взрослый. То есть мы делили дозировочку, дробили, да, и принимали кальций взрослый. Сейчас это без проблем, а спортсменам, сами знаете, да, нужно обязательно кальций употреблять. Тем более дети, когда растут, у них, знаете, какие еще проблемы бывают? Они ночью просыпаются от того, что очень сильно болят ноги. Это когда косточки, так скажем, за ростом не успевают ребенка, вот. И такие вот вещи бывают. То есть выход прям колоссальный такой, прекрасный, замечательный вообще. Мне самой они очень понравились на вкус, малиновый вкус. Вот такие вот покупочки сегодня мы сделали. Всем рекомендую от души. Будьте здоровы!